выборка. Зашли в кафе рядом с вокзалом. Мы только что приехали, и Лена уже успела замерзнуть. Вот смотрите. Да, слишком легко одеться. Но кафе прям шикарное. Мне очень понравилось. У нас номер один, как всегда, мы первые. Да? Ну, вот так выглядит кафе. Тут книги есть интересные. Подарок есть какой-то. Как ты думаешь, это настоящий кактус? Господи, надеюсь, нет. Жуткий какой-то. Три способа зарабатывать в декрете. Да, очень атмосферное кафе. Вот в Выборге есть такие места. Именно рядом с... рядом с вокзалом. Тюр для шамана. Для меня? Да. Это кто решил? Что для кого? Кто у нас решает? По еде. Тюр, это какой там, состав? Апельсиновый сок, мед, может, корица и кофе. Лена уже пробует. Как-то. Похоже на ВШМ. ВШМский кофе. Только теплый. Давайте я попробую. Это не похоже на кофе. Вообще какой-то другой напиток. Спасибо вам. Спасибо. Сейчас Раф тоже принесли. Да, с лесным орехом. Нормально. И она говорит нормально. Смотрим, что Шамал скажет. Да, мне больше нравится Раф. Орех чувствую. Вкус ореха. Так вот выглядит это кафе. Кофе, булочки, любовь. Нам туда. Мы дошли до главной площади. Как вы видите, это Владимир Ленин. Советский лидер. И это площадь революции называется. Мы были здесь почти ровно год назад. Угу. Можете посмотреть видео, там был другой совсем вайб. Да. Дождь была. Да, но был. При этом был день Выборга или день кренделя. Угу. Мы ели крендели и еще был рыцарский турнир. Да, мы очень удачно ездили в прошлый раз, но погода не очень хорошая была, зато сегодня прекрасная погода в Выборге. Вы можете видеть, люди гуляют. Вот, красота. А еще интересно посмотреть, как мы изменились за год. Посмотрим, сейчас мы идем по достопримечательностям, да? И Выборгский лось, да? Выборгская.
рядом с библиотекой. Мы туда идем? Ну, вот рядом находится, мы можем пройти просто. Ладно. И потом у нас какой план? Через этот парк мы идем. Большой парк называется, известный такой, какой? Мон-Репо. Мон-Репо. Какой-то французский, может? Mm-hmm. Французское название этого парка. И мы не были в прошлом году в этом парке, но решили в этом году исправить по просьбе Елены. Да. Вот. Ты сам хотел в том году? Ну да, я сам хотел, у нас не было времени. Холодно было. И холодно. А сегодня нормально. Сегодня идеальная погода и время года, когда еще листья на деревьях, они желтые, красные. И будет очень красиво, я думаю. Должно сниматься вот так. Так, сниматься. И так вот. Под красивую музыку. Низкие девушки так любят, да, делать? Да, мы сделаем мне красивую фоточку. Тебе уже тут можно сделать фотку. Тут? Да, красиво. Давай сделаем. То, что я заметил, в Выборге все очень близко, все рядом. Можно дойти до любого места очень быстро. Не как в Питере, все достопримечательности как будто рядом. Да вот. Ладно, там тоже. Ну можно да. Можно по Невскому пройтись и много что увидеть. Но это правда, это правда. Вот Выборгский лось, люди фоткаются, да, и библиотека, в которой мы были в прошлом году. Сегодня мы не заходим. Мы... Да, если вам интересно, как внутри, то посмотрите видео с прошлого года. Угу. Вот что я увидел, пока мы проходили. Тут написано шаурма, но у нас в Санкт-Петербурге называется шаверма. Но очень горячая, очень большая и очень вкусная. Именно как я хочу. Может быть, по дороге домой мы зайдем. Если кому-то захочется шаверму попробовать, например, в Выборге. Но по слухам, да, в Выборге есть еще более... Интересная еда, да? Например, уха финская, правда? Или еще что? Ну, посмотрим. А, я помню, был там суп в хлебе. Суп в хлебе? Это что такое? Звучит, конечно, интересно, но мы идем туда. Вот, собственно, у меня такое ощущение, что тут все очень близко. Можно очень быстро пройти куда угодно. Вот тот мост, который вы видите, нам нужно туда, в парк. Но мы решили обойти чуть-чуть. Мы можем тут прогуляться немного и вернуться, да? Шоколадку потом покажем. О да, еще мы зашли в рынок. На рынок. На рынок Выборгский. И там купили... Шоколад. Из Швеции. Из Швеции. Потом зря. Покажем. Да, потом покажем. Зря мы не там сняли, да, все. Угу. Там были шоколады из Германии, да. Швеции и Финляндии. Вот тот самый шоколад, который я купила на рынке в Выборге. Из Швеции. Как видите, я уже немножко съела. Очень вкусно. Вот фабрика Дейм с карамелью. Зачет. Дорогу. Тут... Музей Крендель, смотри. Где? Музей Крендель. Интересно. Вход свободный, пошли. А, это не кафе.
Мы в прошлом видео, в прошлом году показывали, как мы ели крендель. Тоже можете посмотреть это видео. Вот. Очень красивый камень. Тоже нарисован крендель. Вот пока Лена оттуда выходит, я могу рассказать немножко про Выборг. Выборг – это город в России, находится рядом с Санкт-Петербургом. И мы только ездили на «Ласточке», только час, и это очень просто и очень быстро. И еще что я могу сказать. Но тут все немножко по-другому. Здания и дороги тоже, потому что это... Этот город находится ближе к Финляндии, поэтому тут это называется средневековый город. И если вы смотрите вокруг, когда мы гуляем, все немножко по-другому выглядит, по-старому. И много камней тоже видно, и дороги тоже. Вот Лена приходит сейчас. Нет, я тут рассказывал немножко про Выборг. Ну так, Выборг, да? В Выборге родился, в Выборге пригодился. Я говорил о том, что тут все по-другому немножко. Что тут тоже интересно. Еще раз за покупками мы идем, ну красиво. А, тут есть кольцо. Как раз кому-то нужно кольцо. Такое. Прикольно. Большое. Да. Слишком велико. Да. Ну, это магазин, да, таких вещей. О, собака тоже. Очень красивый магазин. Спасибо. Здравствуйте. Это обычный двор в Выборге. Тут интересно. Мы видели, дети играют с пистолетами. Вот там. Роша, роша. По-старому все, да? Это очень классно. Я считаю, что играть с такими вещами лучше, чем в телефоне играть. Вот видите, еще дети там с деревьям что-то. Да. Молодцы вообще. Прикольно. Нормально. Вы дом строите, да? Красивый. Это не наш. Это наш.
О, супер. Это все мы из моря. Молодцы. Вот, а еще как красочные, как в Питере, да, дома? Ну, это как почти как Питер, да? Европа. Европа? Русская. Да какая ваша Европа? Тут лучше, я думаю. Тут лучше, чем мне нравятся просто такие переходы. Каменные, да? Ой, какая жалость нам туда. Что тебе нравится? Ну, в Питере все плоско, а. Да? А это как-то глазу непривычно, что мы поднимаемся наверх. Вот в Нижнем Новгороде тоже такое есть, в Городце тоже такое есть. Наверное, поэтому я... Такое, да? Да. Понятно. Радуюсь. Ух, там принцесса и принцесс. А, они фоткаются. Где-то тут моя корона. Собираюсь корону покупать. В прошлом году, да? Было дело, было. Переходим. Видео в Европе — это такая популярная штука. С таким аппаратом. О, красивый стул есть. Можешь сесть, если хочешь. О, это что? Какой-то ангел, да? Вместе фотку сделали. Ты куда-то в другое место смотришь. О, давай тут сделаем. Тут? Давай. Так, мы сейчас идем. Красоте. Вот это... Как называется? Храм? Нет, не храм. Башня. Башня. Нет. Крепость. 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 В Выборге. Очень известный. Все идут туда. А мы пока решили. Вы же там были. Мы были в прошлом году. В прошлой серии. Ага. Тоже посмотрите. Вот. Мы идем в мост. Очень красивой дороги, правда. Но, кстати, мы сфоткались там рядом. Очень фотогеничном месте. Так можно называть? Фотогеничное место, да? Красиво, красиво. Так, мы очень красивом месте сейчас находимся. Это замок, да? Мы как будто самым высоким. Нет, не самым высоким, но очень классном месте. Вот тут очень фотогеничное место, можно вот так фотографировать. Да, вода. И, ну, немножко опасно, как вы видите, да? Знаешь, как надо? Как? Снимай, 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 снимай. Повыше еще. Ну, мы идем сейчас в парк Монрепо. Мы выбрали по... интересные дороги ходить и идти. Вот тут все красиво, тут все. Это необычная дорога, где много людей. Мы хотим через лес. Если вы смотрите наш канал, мы всегда так поступали.
лето сегодня также. Но капец будет, если парк закрыть. Будет какой-то красивый дом. Так, мы вошли в лес по дороге. Когда я думала, парка. Что мы пойдем в лес, я думала, другому. Прям реальный лес. Ну, вот реальный лес, как я сказал. Тут практически мало людей. Нет, нам туда. Тут очень красиво, все желтое, да? Уже темнеет, я думаю, все. Да. Сама у меня лес. Придем в парк, будем есть наш пирог. Первым делом. Да. Лена пекла прекрасный пирог дома. А я спешу скушать этот пирог. И у нас чай тоже есть. Сегодня не крендель у нас, сегодня домашний, замечательный, лениный пирог. Правильно? Так, немножко не очень получилось. Мы в итоге решили. Что мы решили? Ну, мы шли необычной дорогой. Немножко заблудились. И решили, что бесполезно идти в парк. Мы уже и так в парке. Я очень хочу есть. Мы сели кушать в лесу, а не в парке. Вот такой красивый лес, тут никого нет. Но все нормально. Мы выбрали такое место. Вау, вот да. Видишь, очень красиво смотрится. Да. Сейчас у нас есть пирог, который сделал Лена. И чай. Мы возвращаемся в город. Хорошо посидели, поели. Да. Уже тут темновато. Лес красивый. Хотя парка не было. У нас такое ощущение, что весь лес наш. Да, только мы тут находимся. И какие-то волки, наверное. Большой такой камень есть. Ну, лес очень, на самом деле, похож на тот парк. Mm-hmm. Этот парк, он рядом с рекой расположен. Мы продолжаем наше путешествие. Мы не захотели идти в город. Мы идем на острова Выборга. Да. Очень классно, красиво, даже дома есть и лодки, тут и мост есть. Получается, это остров, только один проход к острову, и мы путешествуем. Да. Надеюсь, что это не частная территория, или частная. Мы не видели, но мы к друзьям идем, например, снова потенциально. Так, мы в прекрасном ресторане или в кафе. Вот, тут есть очень красивый туалет, но мы потом покажем. А сначала мы заказывали это финская уха, да? И вот это. Суп из белых грибов. Да. Очень аппетитно выглядит.
и место очень атмосферное. Все, начнем, да? Тут даже была очередь, потому что люди хотят послушать. Да. А мы стояли и пришли. Как уха? Прикольно. Я сейчас ела вот это. Уха вообще отлично. Смотрите, тут так много рыбы. Да, мы рекомендуем это заведение всем. Но мы еще пока мало что пробовали, чтобы рекомендовать. Ну, вообще выбор будет тут крутой, потому что он связан с Карелией. Можно было две ухи заказать. Уха, правда, очень вкусно, там очень много рыбы. Как Лена сказала, и принесли колбаски, тоже очень вкусные, будем пробовать. Глинтвейн. Глинтвейн, да. Лена пьет алкоголь. И вот колбаски мы почти доели. Так, мы поели, сыты. Сейчас куда идем? Мы едем домой. Сейчас идем на ласточку. Может, придем минут за 20-25. Угу. Может быть, уже все места будут забраны. Да, потому что нам информировали, чтобы прийти заранее, да, минут за 30. Да. Чтобы было сиденье. Будем надеяться, что мы в этот раз сядем вместе даже. В прошлый раз Лена сидела, я помню. Повезло. Везучая ты девушка, да? Да, знакомое место. Это трамвай. Первый трамвай, что ли, да? В России. А кофе там продают, смотрю. А, да. В следующий раз туда пойдем кофе пить. Выборг мне очень нравится. Тут как-то интерес у меня появляется. Приятно очень. Согласен. Еда хорошая, особенно уха, да? Сливочная уха. Меня не видно, мне кажется. Видно. Тебя видно. Хорошо. Ну все, заканчиваем, да, видео? Да. Всем спасибо, что смотрели наше видео, наше путешествие. Продолжайте смотреть, подписывайтесь, если не подписались. Уже мы показываем Россию всему миру и россиянам тоже. Всей России, да. И все. Лайкайте, подписывайтесь еще раз. Другие видео тоже обязательно смотрите. У меня есть куча видео на канале. И да, комментируйте обязательно, ставьте комментарии, что вы думаете обо мне, про нас. Обо мне. О Лене, да. Нам интересно читать ваши комментарии. Позитивные, негативные, всякие. Все. Freedom of speech. Да, мы уважаем freedom of speech. Все, пока. Чао-чао.